Напомним, еще в марте текущего года Росагролизинг заключил соглашение с правительством республики. Это прежде всего повлияло на рост лизинговых закупок сельскохозяйственной техники предприятиями Чувашии. С начала года объем поставок вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От чувашских аграриев поступило 124 заявки на приобретение техники на общую сумму свыше 650 миллионов рублей. В этом году уже 29 единиц поставлено, еще 20 единиц техники на рассмотрение. Заявок становится все больше и больше. Сегодня в республике функционирует завод-поставщик, аккредитованный Росагролизинге, предприятие «Сиспель». Завод производит широкую номенклатуру полуприцепов и полуприцепов цистерн. Теперь Казанский маслоэкстракционный завод обратился Росагролизинг с целью приобретения зерновозов и оборудования «Сиспель». Трехстороннее соглашение о поставке техники для перевозки масла семян и стало итогом встречи. Мы подписали соглашение о приобретении более сотни зерновозов. Я считаю, что это очень хорошее начало, очень хороший шаг. Это первая поставка крупной техники, произведенной в России, и с коэффициентом импортозамещения 95%. Поэтому, конечно, это дает рабочие места, во-первых, в России. Это создает и новый импульс развития промышленности в Чувашии. Наталья Мальчикова, Никита Углев, Республика.